Ректор ЮРГУ подвел итог набора на бюджетную основу очной, заочной и очно-заочной форм обучения. На бакалавриат и специалитет дневной формы зачислено 2017 абитуриентов. Всего на 26 июля было подано 9600 заявлений. Большой конкурс был в этом году как и на гуманитарные направления, так и на технические. Если говорить о конкурсе на бюджетные места, то у нас в этом году выделился Институт лингвистики и международных коммуникаций. Ну, популярное, наверное, направление, международные отношения, например, да, или зарубежное регионоведение. Конкурс там составлял порядка, ну, до 15 человек на место. С другой стороны, у нас и технические специальности, да, их достаточно много, во-первых, на них много бюджетных мест. Там конкурсы, ну вот, например, в среднем политехнический институт, там почти сколько, около 700 мест на весь институт. Конкурс превысил 2 человека на место, что, ну, в принципе, тоже. Набор в этом году отличился увеличением числа поступающих из других регионов страны – Чукотского автономного округа, Камчатского края, Москвы и Санкт-Петербурга. «Это свидетельствует о тесном взаимодействии с работодателями по всей России», – рассказал ректор ЮРГУ Александр Шестаков. «Мы стараемся делать образовательную программу университета очень качественной. С другой стороны, мы работаем не только с работодателями, которые находятся в Челябинской области на Урале. Мы работаем со всей страной, поэтому это результат повышения качества образования в нашем университете и более тесного взаимодействия с работодателями по всей Российской Федерации». Ежегодно в ЮРГУ поступают более сотни абитуриентов из Казахстана. На этот раз география набора иностранных студентов расширилась. То в этом году впервые более 150 человек поступило из как раз-таки Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Для нас это совершенно как бы новые студенты, да, поэтому мы думаем, что специальный курс адаптации, который мы для них сейчас разработали, будет действовать с сентября по декабрь месяц. Кроме этого, на сегодняшний день проведена вся информационная работа с тем, чтобы ребята вовремя прилетели сюда, к нам в Челябинск, заселились, прошли все необходимые этапы для того, чтобы здесь, в России, начать учиться. Ознакомиться с окончательным списком зачисленных можно на сайте ЮРГУ на портале для абитуриентов.